Сталина, вы были там, как он рассказывал, что не мочи это действительность. Мы проводили с ним регулярно. Это не проводили? Да. На этом направлении, да, я считаю, что направление работы у него соответствует условиям обстановки и той задаче, которую ему надо решать. У меня должна быть такая независимость. Да. Боевой порядок, направление главного удара. Вот задача, которую он должен выполнить, конечная задача. Так что все тут полностью изложено. Вы как представляете, он со всеми, чтобы он начал, или... Нет, видимо, одновременно. Одновременно? Одновременно. И не со всеми? Что? Да, вместе с ним одновременно. Будет они одновременно, они же не могут делать это. Ну почему? Потому что они не хотят делать, и у него не получается. И, конечно, он не хочет даже больше туда, куда ему там жить. Последовательно выполнять эти задачи. Будет им тяжело на открытое место. Нет, просто не то, чтобы раньше мы договорились, что... Если мы флаг не легко очень будет за руки, то общий подвигал ясный кинез очень чакал. Это одновременно лосы снегарло. Если для Лехмалину, просто командир полка основа здесь направлены штабы. Это бачу Горцани, Мартак, это Лиги Горцани. А, ну, а Лиги Горцани. За флаг Лиги Горцани. Желательно... Какова техника отпускания попадания? Желательно, когда они не в этой технике, когда суют на шата, агаяна планчок, агаяна планчок, а мы план да будет санет общий парень. Состав, общий парень будет санет. Так, а состав планга, агаяна кина, вдруг не удача, мы хилапен парамолик. Зрюстая массаж. Это первый уровень по технике мастерства, не кусок бачуина, курса не самый выкарман, что неудачи. Честно говоря, ему не населяют, ты заранее договориться, клянцелял, чтобы начали и то, и не со день раньше, они работали бы вместе, а потом начал бы общую группировку, значит, начал бы Шамянский, Мартагерский, Таблочки направления, 5-я бригада. А спустя день уже работает Вачик, Само и Жиро. Вот. Насколько... Все за днем, вот так. А насколько это целесообразно? Ну, противник будет уничтожать одну группировку, потом браться за другую группировку, за третью. Они все будут в любую минуту готовы быть, начинать, когда мы им прикажем. Но общую обстановку я хотел бы, чтобы они в одном направлении накопили силу, ударил бы вот на это направление, чтобы вытянул он все резерв с севера на это направление, а после этого начинать общую группировку. Дело это том, мое мнение. Дальше мы будем. Дело в том, что такая же обстановка складывается из 5-й бригады и с Мордакерским оборонительным районом. Командир Мордакерского оборонительного района тоже хочет начать боевые действия после того, как этот массив будет очищен с его бригадой. Сегодня я с ним говорил, это вообще не так, он будет 530 высоту брать, ждать, когда тот выйдет с леса. Это вопрос один, он на второй день будет действовать? Нет, он первый день же будет действовать. Он первый же день вместе с ним начнет работу, он берет 530 высоту. А после этого, если 5-я бригада может выйти с леса, одновременно начинает двигаться. Если он опаздывает за день, он за день начинает тормознуться, пока ночью, следующий день, чтобы работать. Значит, тогда Мордакерский оборонительный район оказывается, что выдвинутся сильно вперед, и фланги он поставит под форту группировку? Нет, он раньше там и у него были свои позиции, он там раньше и сидел, там долго где-то
Дней 15 он там оборону держал, по-моему, если не ошибаюсь. Совершенно верно. Вы вынуждены будете... Вот там будет обозначен 530-й высоту да, будет брать. 530 взял и сел, и дальше двигаться не будет. Ждет пока, да. Но они одновременно начинают в любом случае. Начинают одновременно, тот берет... Он знает, ясен. Че, ты знаешь, не ущит. Это мое мнение, я не могу его наставить. Я тоже предлагал, чтобы они начали одновременно. Одновременно он на высоту 530, а тот через лесной массив полностью. Если они успели бы на сутку выполнить оба задачу. Пятая не успеет выполнить. Ну, не успеет, значит, в Мордовецке будет всем пропускать, вторую сутку ночью работать. Ночной будет. Значит, на вторые сутки он только выйдет, что на опушку вот этого лесного массива. Вот. И будет вести бой с противником за МТП и Талых. Вот здесь вот. МТП и Талых. А он вынужден будет что? Удерживать высоту 530. Нет, до тех пор, пока он что? Ни фланги, нет, там он начинает ферму. Как он будет работать на ферму, вот на этой направлении Талых, вот. Из 530-й, вот мартакетской группировки, он может закрыть вот эти дороги и брать Чалю вот на круговую оборону. Одному ему тяжело а, будет, а эту группировку вынуждены будет оставлять эти позиции. Потому что их дорогу только через это, правильно? Вот отсюда. Наоборот, он его помогает, пятая бригада. Теперь, а после этого пятая бригада, где будет продолжать наступать, где направление удара ее будет после этого? Вот она... пятой бригады? Талышом, да. Вот на этом участке, вот так будет брать оборону по этим участкам. Значит, вот так по той гряде высот он должен выходить? Да, туда. Да. Вот его участки. Где тогда через Мордовецкий оборонительный будет действовать? Вот на его. Единственное, что беспокоит, что направление оба разобщенные. Они флангами не соприкасаются. Это заходит слева. По фронту разрыв получается 6-8 километров, так? Разрыв по фронту между 5-й и Мордовецким оборонительным. Немного ли это? Может быть, целесообразнее выходить ему вот. Вот так вот. И ему вот так соприкасаться им флангами, не делать вот этот вот глубокий обход противника с севера. Почему это самое нормальное высоты вот Талышкин, то, что они могут эту оборону очень спокойно держать. И вот что здесь мешает ему? Оборону держать никто не мешает, а наступать можно. А если он не возьмет, вот сразу вот эту операцию не будет делать, а дальше мы будем давать там большие жертвы, чтобы брать эти высоты. Это правильно. То есть получается так, что они на северном участке действуют тоже разобщенно. На третий день боевых действий. Он действует прямо, а пятая действует что? Заходя противнику в сторону. Глубоко слева. Если только на русский. И он выходит, смотрите. Он выходит, завладевает этой высотой. Да. Если здесь противник сбит не будет вот с этой гряды высоты, так? Ему придется вот здесь вот. Он вынужден, выдвинувшись вперед, занимать, по сути дела, что фронт на север, что обороне. Так, да? Хорошо. Если они не выйдут на опушку, не изолируют Талыш и МТФ, то придется вам что? Очень нет, Талыш не имеет значения, если они вот будут вот эти высоты, вот. Вот здесь сидеть, вот так. Эта группировка оставляет эти позиции. Сразу же оставляет. Его спиной будут работать. И спиной, и спереди. Он сразу оставляет эти позиции. Ну это один раз у нас было, по-моему, мы здесь бой никогда не дали. Мы всегда брали вот эти. Вот они ушли сразу.
делал. Мы даже сказали, вещи там говорили. Я звонил на заболевание. Она мама отчислала, где он направлен. Итак, они действуют, наверное, одновременно, в первый день, там на севере, так, да. Второй день, в зависимости от обстановки, он удерживает высоту 530, ожидая выхода ихнего, что на опушку, так я понимаю. Так что весь лесной массив был что? Захвачен. А дальше по обстановке, наверное, будут действовать. Да, дальше подскажем. Основное направление им известно, дальше как обстановка покажет, как действует пятая и... Нет у нас проблем. Здесь никого не прошу, чтобы работать. Кто будет готов, тот и будет работать. Пока еще не знаем никто, когда будем работать, уже некоторые заявляют, что мы не будем готовы работать. А может, через день мы будем работать, когда будем все готовы. Два полка вместе работают, потом передают на двух полках работают, потом еще на двух полках. Знаешь, этапный князь. Никиекала темуга, сопротивление нужно. Открывается второй фронт. Другого места вообще неожиданно. Варианты это ваши спасунчи. На эрега темуга, третий на пеном. Минулищ направлена, вы вообще спасунчи. Лобовойна. Чин лобовой. Вот там вот там где вещи не перекачаться там. Вот без командир тут. 20 километр оборона. Кани сутку мы кай создала данес. Считаю, что вот противники наша оборона 20 километр прорвать сара. Передняя линия ханалась полностью. Иш командир питейни, у иш авторитет питейни, За три сутки 60 километров оборону создавали. Ту зону, которую никогда мы там не воевали. Бельмездев, Акобне, Чонинг. Пока есть инзориш вариант предлагать, там решат Ерена. Боюсь, момент есть общая операция с мыслью масла. Вот так и ничего масса, это лишь вариант. Ну, если вы обратно сейчас давали, я как 20 минут гуляю. Эмилин гуляю. А. 20 минут гуляю. Честно, мне чем-то говорю, я не говорю, что работаю. Без вариантов. Без вариантов кунут. Станк не ласка на рисе, я как говорю. Ваше, а так это, или как 20 минут, Эмин Ангюнял не есть муну. Первый постой. А балон антинам се стиков каньор не лапят, бити виран артен. И зато амтиор сонам апостоит тенем, тогав пес битейни. Еще раз уточните необходимость действовать или одновременно, или последовательно, где, как и почему. И после этого собраться еще раз, что окончательно уже решить на чисто вариант, на каких участках, какое время, какой последовательности мы будем действовать. Хорошо, еще один раз будем собраться, просто предварительно собрали, чтобы они в течение 4 дней они нам докладывали конкретно, они что могут делать, что и доклад просто. Теперь, Симо, у нас за последнее время очень большие потери. С одним автомобилем, где будут элементы инженерного сооружения, ему готовится там пункт,
и он переезжает на новый пункт, с которого он будет управлять. Другого не дано. Так путешествовать, как мы путешествовали с Моси в этом, нельзя. Понимаете, это получается партизанская война. Она ничего, кроме этого, не дает. Надо иметь готовый пункт и после этого переезжать туда, и там управление должно быть готово к моменту прибытия командира полка. Даже сейчас мы хотим этого или нет, даже сейчас невозможно так, как в смысле это. Равнинное лето. Нужно равнинное лето. Дело в том, что будут очень колоссальные потери. Надо быстро с одного пункта переехать на другой и сесть в укрытие. Больше ничего. А сейчас нет, все-таки, когда будем продвигаться вперед, нам все пункты, что будем делать? Почему нет? Вы отправляете отделение, взвод туда, саперный. Он вам будет готовить хотя бы траншею. Пускай нам приготовит траншею с заложением 80, поверху 60 внизу, быстро укроет и вы... То, что он говорит, что там вниз пойдем, ничего не видно, не будет видно, не обязательно передвигаться, если старый командный пункт хороший. Хороший, нормальный видно. Значит, есть предложение такое. Есть два варианта. Действовать, значит, одновременно. В связи с тем, что широкий фронт наступления, противник вынужден будет распылять свои силы. Он не определит направление главного удара. На таком большом фронте, если действует столько много войск, ему тяжело будет определить. Он пытался вот на участке Мувито провести разведку боем, да, провел разведку боем. На следующий день он уже не разведку боем, а на широком фронте начал организованное наступление 15 бронеединицами. И обжегся. Понимаете, в чем дело? То же самое и здесь. Он будет действовать на широком фронте. Это очень большое преимущество. Какие-то чертанцы. Лишние мы только деньги сейчас смотрим, курцами. Насадданы к чему-то поспеть его сами. К шерифе ориентации это. Да, они тебе рассказывают сам я сикси. Карвайт зону мы ашни весь к шерифе кайф его сами. Да, они тебе отдали зону к полной развитке амбарцы. Это программа интерес, пункт сагоцинеру. То есть это когда уже рассказывают он гурцан. Надо ему когда гурчик к шерифе гурцан кайф его сами. Пункт Три дня, по-моему, если погода будет нормальная, 3 дня дополнительно даем, будете работать на разведку полностью, после 3 дней опять на доклад. Насчет ПВО, это самолет номерной Алдама, или Аминьорин Хорады из 20 метров Тапан, 5 лет, Инчиканель, Камень, Харек, Талитал, Բացեմքուատ պիստալետ իրանցանայսիորում, մեր կատ մոսունանայսիորում, մելի իրան ապիսպեջին ուսանում, զվուշկային ամոսին կողթենի եկատակյան չորսատ կա, չէ իկո աչ, են ինքի ատեմինի կարայութ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 յու Тогда мы отлинили, ты сплошно и дальше. Блок, матаги тоннель, иглоцав, заушкоцав, полностью обеспечивает канал. И то стараться лететь иглы, чтобы под вас стояли. Первый насечку пускает, и второй же догоняет. Как мы один раз это использовали, матаги. Как он тебя сам пистолет начинает? Пистолет, да. 6-7 штук в Матагетском районе есть. Эльку от Витоем Ковкина, Бачок Ковкин Ханята. Эльку от Бачуэна Рюна. Сема, разрешите, чтобы они прибыли с разведывательными данными.
Да, обязательно. Начальники артиллерии тоже прибыли. У них должна быть достоверность цели на участке полка, глубина разведки, какие цели, сколько раз обнаружены, достоверно нет. Срединная ошибка такая, вот координаты этих целей, чтобы точно знать, сколько раз цель засечена, чтобы они могли квалифицированно нам доложить. Почему это Жора может делать? Всех собрать и окончательные данные? Нет, нет. Начальники артиллерии вместе с командирами полка приходят, так, и тоже принимают участие вот в последнем варианте решения. Чтобы начальников артиллерии тоже привлечь, чтобы они тоже серьезно организовали, серьезно думали и планировали. Он не в состоянии на всем фронте решить эти проблемы. А вот каждый за полк, он не может. Он будет вызвать и конкретно узнать. Ну ничего. Если не возражаете, я прошу, значит, вот так решить эту проблему. Будет польза.